Всем привет, на канале Мосалим. Сегодня в работе у нас Lada Largus. Разобрали автомобиль. Сейчас подготовим поверхность проклейки. Все обезжирим. Краткий обзор по штатной шумоизоляции. Можно сказать, по ее отсутствию. Голые арки. Три маленьких полоски на весь багажник. Виброматериала, голые крылья, а нет, немного вибро есть, но автомобиль, как вы сами понимаете, шумный. Вот что у нас в салоне, по одной полосочке на секцию наклеили и посчитали достаточно. Работать будем по программе Alim Plus, максимально будем все проклеивать. Разобранная крыша, огромная площадь и никакой шумоизоляции. Все это тоже будем проклеивать, прокатывать, обесшумливать. Приступаем к работе.